я вещаю с самого сердца столицы. Да, в буквальном и переносном смысле мы стоим с девчонками сейчас у большого сердца и смотрим на грандиозный праздничный концерт, который посвящен сразу же двум событиям. Дню рождения города Москвы и дню рождения телерадиоканала «Страна FM». Девчонки, как вам концерт? Просто потрясающе. А почему не подпеваете? Сейчас, кстати, на сцене Катя Лели. Песня, мне кажется, самая наша любимая. Давай тогда руки выше. Пускай говорят, я глупая, и что я живу минутами. Друзья, мы находимся в святая святых сегодняшнего праздничного концерта на Трубной площади. Нет, это не бэкстейдж, и нет, это не главная сцена. Это пульт. Именно отсюда идет все управление концертом. И светом, и звуком, и экраном. Глядя на город из окон, кажется он таким далеким. Когда ты убьешь меня током, синтезируя мой рай, мой рай, мой рай, мой рай. А расскажи, ты управляешь звуком, правильно? То есть вот все, что ты сейчас здесь делаешь, это слышат все зрители, которые стоят перед сценой. Да. А мы можем дать максимальную громкость? Больше не надо, мы заведемся. Все, спасибо. Самое главное, чтобы у нас все было под контролем в таких сильных, мужских и надежных руках. Я как будто без сердца вынимаю из холода. В этих нотах столько правды, что я больше, чем голая. Я знаю, что здесь даже горячее, чем на сцене. Все, не будем ребятам мешать, чтобы наш концерт прошел на все 100. Легалайз, Мерседес, Бенз, статус. Боксирую фразами, МС сливаются. Конечно же, вы «Страна FM», но сегодня переименовываемся в «Москва FM». Москва сегодня центр, мой родной город. Я, наверное, единственный вообще представитель шоу-бизнеса, который родом из Москвы. Блоги, лайки, срачи, перепосты. Не верь хайпу. Нам исполнилось 2 года. Пожелайте что-нибудь нашему каналу. Чтобы вас все слушали, чтобы все тусили под вашу музыку, и все у вас было хорошо. Поехали, подпеваем все вместе. Качаем сегодняшний танцпол. Жизнь хороша. Жизнь красиво не запретишь, даже если в кармане шиш. Со мной прямо сейчас серьезные мужчины, которые копили-копили на Феррари и ворвались с вот этой вот мощнейшей энергетикой на наш концерт. Ребята, как настроение? Всем здрасте, настроение отличное. Поздравляем с днем города, поздравляем страну FM с днем рождения. Каждому по Феррари, да. Это наши постоянные зрители и слушатели. Значит, я не просто так к вам подошла. Ну-ка, рассказывайте, за что любите наш телерадиоканал «Страна FM»? За драйв и веселье. А за музыку? И за музыку тоже любим. Крестная семья сейчас на сцене. Будем подпевать? Будем. Качай! Телерадио.